На Великобританию обрушился самый мощный за последние 20 лет ураган Святой Иуда. Жертвами стихии стали 5 человек. В стране нарушено транспортное сообщение. Работа атомной электростанции на юго-востоке графства Кент также приостановлена. С подробностями наш международный обозреватель Айзат Карашашев. По подсчету энергетических компаний, примерно 220 тысяч домов остались без света. Поваленные ветром деревья оборвали линии электропередач. Британская метеорологическая служба предупреждает об угрозе наводнения в некоторых районах. В связи с этим местные власти призывают водителей пока воздержаться от поездок. Из-за приближающегося шторма Святой Иуда лондонский аэропорт Хитроу отменил 130 авиарейсов. Движение скоростного поезда из Лондона в международный аэропорт Гатвик в пригороде столицы временно приостановлено. Работы очень много. Мы попросили всех наших работников быть начеку. Сейчас мы, операторы, тесно сотрудничаем с синоптиками. К сожалению, ураган пройдет через север Англии. Из-за сильного шторма в Вестминстере на здание секретариата Кабинета министров обрушился строительный кран. К счастью, никто не пострадал. Все госслужащие были эвакуированы. Между тем, прогнозы синоптиков неутешительны. Ожидается, что ливни и порывы ветра затронут Уэльс и большую часть Англии. Айзат Карашашев, Даурен Кожахметов.